15 марта, 14 год. Харьков. Ну не красота. Всем желающим посражаться с ветряными мельницами. Могу сообщить адрес. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вас не заметил, персонажем. Да, я вижу. Здравствуйте. Вы так увлеклись. Автор идеи и автор. А что вам больше всего понравилось? А мне гармата у вас там во дворе понравилась, я к вам заходил уже. А, значит, сейчас там стоит микроавтобус, сейчас нет эффекта, чтобы показать или... Ну а заходила же девушка, приходили с газеты? Значит, три телепередачи было. Ух ты! И три газеты. Вот это после того, как я заходил к вам в шалаш туда, да, фотографировал? Вечерний Харьков. Ну, сегодня вот. И Комсомольский апарат. 15 марта, 14 год, Харьков. После вчерашней, сегодняшней уже начали стрельбы. Сегодня, по-моему, тоже там стреляли на Рыбинске. Полиция, конечно, позже достаточно. Было больше народа, не знаю, может, на тысяча. Это просто уже сейчас часа на три. Ну а там никто не собирался, все сборы, все здесь высокая вероятность на локации. В общем, все сборы очень просто, и все спокойно. Харьков, 15 марта, 14 год. 15 часов, минут 5 назад взрыв произошел. Университет имени Каразина. Погляди, неизвестно. Только что горел свет, сейчас уже выключили. Взорвалось крепко. Взрыв. А я, наверное, не успею. Я просто сейчас вам уйду. Ты подумаешь? Пятнадцатое марта, 14 год, Харьков. Пятнадцать ноль ноль где-то без пяти, без восьми минут три произошел взрыв. Университет имени Каразина. Третий этаж. Окна выбиты, вылетели стекла. Пятнадцатое марта, 14 год, Харьков. 15:09. Значит, минут 15 назад. Сидите именно имени Каразина, что-то рвануло крепко, вылетели окна, скорая явно кому-то торопилась. Так, и здесь в то же время у нас возле памятника Ленина. Памятника Ленину. Митинг.
не знаю, ну, георгиевская ленточка, украинский флаг. Извините, вы не подскажете, а это митинг, ну, каких сил? Это не митинг, это так, просто разговоры по интересам. То есть никакие силы не представляются, да, просто люди собрались? В основном про харьковских сил. Я понял, благодарю, спасибо. Если не ленты, то понятно какие. Ну, то есть, пророссийские можно так сказать? Не, пророссийские я бы так не говорил. Хорошо. Почему пророссийские именно? Просто против, ну, против вам, даже не знаю, против нынешней власти. Мы считаем, что это... Нынешняя имеется в виду Турчина, да? Которая пришла нелегитимно, да. Все, понятно, спасибо. Я в интернет это выложу, не против? Ну, спасибо. Извините. Так, там только что позвонили мне, сказали, что есть, идет шествие именно уже конкретно пророссийское по Сумской. Так, это площадь Свободы, она перегорожена, ограждена, потому что завтра у нас намечается, его запретили, в общем-то, в суде, насколько я знаю, судом запрещено проведение референдума об отделении, об федерализации, что ли, Харьковской области, то ли о присоединении ее к России. Ну, не хочу никого вводить в заблуждение, но какой-то референдум, я так понимаю, об автономии или что-то в этом духе, завтра собираются проводить. Корзины какие-то ставить, бюллетени какие-то бросать. Не вижу митинга, они не в эту сторону идут. А, вот. Сейчас посмотрим. Пусто, никого.
15 марта 2014 год, Харьков. Двадцять-сімнадцять по Києву. Проросійський мітинг проти нинішньої власті. Нинішня власть, это, если кто не в курсе, власть свергнувшая Януковича. То есть Турчинов, Яценюк. Так, и около 20 минут назад в здании университета имени Каразина произошел взрыв. Непонятно пока, что там произошло. Погибшим в Киеве милиционерам. Если не считать взрыва в университете Каразина, то все довольно мирно и цивильно. Так, а вот здесь у нас произошел взрыв. Oh,
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 15 марта 17 Рама, 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 Р